Есть понимание того, что ряд управляющих компаний при всем желании рассчитаться не сможет по долгам. И в рамках действующего законодательства даже сами руководители этих управляющих компаний обязаны, не просто могут или возможно рассмотрят, они обязаны заявить о банкротстве. Причем признаки банкротства, они существуют у целого ряда управляющих компаний уже на сегодняшний день. Для нас очень важно сохранить жилой фонд, обеспечить его готовность к зимнему периоду, грамотную эксплуатацию, содержание в соответствии с требованиями. Василий Алексеевич Семичев в понедельник на оперативном совещании информировал о том, что у нас достаточно высокий процент готовности жилого фонда к отопительному сезону. Есть ряд небольших управляющих компаний, которые выбиваются из общего тренда, но мы их заставим подготовить жилой фонд. Я уверен, что до 15 августа и по этим управляющим компаниям и все необходимые решения установлены за их деятельностью персональный контроль.